М-пакет родной, да, красивый? Да. Белый у тебя, брат, желтый ставь. Прям желтый ставь, брат. Что, я вы работаете? Да, содержишь меня до конца жизни, да? В натуре ты стюардесса будешь? Почему вот я столько летал и вот ни разу на тебя не попал? Сними, понял, сначала сзади машину, потом спереди. Не-не, неправильно. Брат, мы тебя КРМ привезли. В натуре? Того рот. А мне нужен, брат? Не знаю, просто по-братски. А нервничал, да я? Молодцы, хорошая машина. Это я вам писал то, что утащить я смогу. А, не, жалко, брат, что на боевой. Короче, вот, взяли только без роликов. Если брать полный комплект с помпой, совсем 11 косарь. А, молодец, я так же сделал, знаешь, на CLS? Ой, на этой, блядь. Просто главное, тебе нужен хороший маляр, брат. Она, а мы в прошлый хотя я ему делали, там жертвина пошла. Вот, снизу тоже, даже? Да. 2,5, да? Да. Механика? Да. Хочешь, да, да. Диф какой? Дрифтовал на ней? А? Да. Да, но там резина уже. Пойдем, проверим. Ты хочешь, да? Ну да. А, пусть пацаны, да, дадут. Едет она бог. Сейчас твой брат поставит ее. Раком тоже давай, поставил. Давай, тебя сниму, Вась, лучше. Давай. Не, подожди, сейчас проедем я. Сейчас. У меня была Е39. Была? Вот здесь еще. А, где? Полка. У меня была Е39, знаешь? Да, ну... Потолок. У тебя же была 36. Е39 тоже была, брат. У тебя короткоходка стоит? Да, да. Вась, как она сейчас аккуратно. Она сейчас тебе поправит ситуацию, да? Да. Ты взад за ней, у него Е34 была. Давай, брат, покажи, как ты можешь. С места. Да она не так сильно дает. Сейчас проверим, брат, брат. Я не... Да я шучу, брат. Не, если хочешь. Если хочешь, могу. Ну, подрайм чуть гулять, шальное, брат. Делаешь? Чуть удобно с такой коробкой, брат? Да. Поставь родной лучше. Не, я это можно откатить, она будет как родная. Да, ну, страшно, понял, брат. Просто пиздец, хода вообще нет, брат, вот первую, блядь, ищешь. Только когда на скорость есть, тут еще понял, редуктор короткий, 200 максимал. Я пацан, который до этого был. Делаешь, делаешь, не пойдет. Но из-за 19-х, да, еще? Наверное, брат, жалко, понял. Мост родной стоит, брат. Мост родной, да, я вот буду делать сейчас, подрамить. Сейчас был первый, а второй должен был дать, она должна уйти, понял. Жалко, да, машина тоже, хорошая, молодец. За сколько взял? 600. Охуе, типа 600 тысяч стоит у вас сейчас... машина? Приору вы купили 310, братан. Я вы даже не посоветовались. Говорю, это очень дорого, если честно. Конечно, вы до 350 брат. Могли взять с кондеем уже. Кайфовать ездить. Городе. Пускай проезжает. Давай, брат, делаешь. Бля, брат, ебать все родное, пиздец, ебать. Сейчас тебе покажу. Ну я доделаю салон, понял, черный, бля. Руль нахуй перешай, брат. Руль, я хочу от М-ки поставить 39-й. Да, вот кстати, этот продать, он хороший. Да я не хочу вот это делать, эм, понял, шильдики, мультики, я не люблю. Не, не, нахуй надо, брат, аккуратно, я сейчас тебе покажу. Вот она, брат. О, хороший. Адрес... Мне вот это, если честно, не нравится, когда сплиттер стоит снизу. Не, ему прикольно нам было, да, молодые были, кайфовали. 2,5. Тоже 2,5. 2,5, кажется, был, брат. А ты что-нибудь делал? Не, а ты? Не, я хочу турбокит поставить. Нахуй бабки... надо жить. У прошлого хозяина он хотел себе ее под альпину делать, по-моему, 4,8 или сколько там, 4,9. Да, пусть попробуй здесь крутануть ее. Мотор сразу включить? Делаем. Но не идет, не мост. Идет. Видишь, одно колесо крутое. Да. Но блокировки если ты блоки... А я думал, у тебя блокировки. Не, если, нет. Ты круто... если ты поставишь блокировку, брат, то она поедет. Охуенно поедет. Толком по ней можно. Да у тебя, если честно, не прям пизда в толком, брат. Ну ты вот сейчас, вот это ровно здесь в пол. Базару вот, нет. Базару ебать, нет. Брат, ты че шу... Бля, где наша? Где вот он слева, брат, по-моему, нет? Он там... Бля, брат, поставь это. Поставь нахуй вообще ЛСД, блядь, этот хуйню, поставь и все. Блокировку, конечно, брат. Бля, коробку я бы на твоем месте, клянусь, родной поставил, брат. Не, мне очень нравится. Или хотя бы эту головку поменяй, блядь, эмочку поставь аккуратно. Не, эмочку, да, буду ставить, потому что это от прошлого, понял, еще да. Не доделал. Аккуратно, поставь, потому что железка в руке, она сама, понял, видишь? У нее у самой ход есть. Блядь. А, тоже живет. А, вот же жесть. Да, говорю уже. Бля, молодец, значит, ободай, пацанов. Бля, я как испугался, прикинь. Где девчонки, брат? Охуеть, она так появилась из ниоткуда, бля. Ебать, она все. Ты типа знаешь, как? Охуенный, брат, да. Я сделал их фронт, ну, полку фронт. Нет, брат, черный в черном заебись. Конечно. Черный в черном красиво виднеется. Ну, капот по мне, ну, можешь и хром, в принципе, не, сделать. Я буду да, вот это еще сделали, блядь. А у тебя ангел желтый, надеюсь? Да. Аба? М-пакет родной, да, красивый? Да. Белый у тебя, брат, желтый ставь. Желтый? Прям желтый ставь, брат. А-а-а. Это все равно белые. Там лампочки, прям маленькие такие. Да, да. Желтый поставь, будет как Е3Z должна выглядеть, понял? Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай!
И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП! Сами меня просят, чтобы я пошел бы там к девчонкам, они их заебывают. А что ты не идешь? Пойдем, да, посмотрим, на три, что делать? Тогда надо лицо вытереть. Мне работать. Со стримом жизнь. Где они, брат? Девчонки, машины есть? Нет, у вас. Отвечаю. Мутело. Мутело. А что смешно? Меня Мутело зовут просто. Артем. А что, у вас машин нет? У парней тоже нет машин? Ну, у меня есть. Она как бы... Служебка? Боком едет? Давайте привозите машины, по-моему, радера. Она из истолочки выйдет. А что с ней? БМВ, что ли? Ремень оторвало. На Калине спорт. Калина спорт? Скажите, ну что, брат, пошел хотя бы раз 10, блядь. Потянулся. А вы знаете, а вы смотрите кого-то на Твиче, на Ютубе? Они не блогеры, брат. Реально? Просто. А вы что здесь делаете? Слышишь, Шачи, здесь подтягивание сделай, пацаны говорят. Не, брат, сейчас здесь не могу, хотя у меня руки, хотя бы брат. Сколько можешь сделать? Один-два раза сделай. Сделай, да, брат? А, на этом не шлагом сломается, брат. Да, не сломай, заебал, сделай. Да. Вась, покачайся на этой теме. А вы познакомились, да, уже? Знаю, а ты, у тебя же назначен? Сильно, говорю, знаю, что ты здесь. Почему? Хотя бы на брусьях хотя раз делай. Да ты заебал меня, брат. Да ты, блядь, спортсмен или кто ты, ебаный рот, блядь. Я посмотри на меня, братан, я, блядь, мечтатель. Хотя бы один раз потянись, один раз хотя бы потянись. Давай. Сарай, ты назвали турникмен. Шпагат не делай. Я когда ходил на турники, брат, да все, мы уже не спортсмены, блядь, уже все наше время ушло, брат. Твой брат, я с давних времен, брат. Девчонки, на чем мы остались? Я говорил, что вы очень прекрасны. Вы очень прекрасны. Очень прекрасен ты тоже. На штаны наступил? Да, нормально, брат. Альхамдулилля в любом положении. Ма, на, я в розыске. Увидели, здесь целый съездишь, 63-й на грузинских номерах? Нет. А ты? Че, не знаешь? Хозяин, я хочу познакомиться с... Давайте, короче, этот, у тебя что на машину надо? Керамика, полировка? Слышишь? Тормози, слышишь? А? Пишет, ты чё, охуел, а Ксюша как? А Ксюша расстался? Ай, бля, ты понял, да? Жидкарь. Пылесос, нужен? Фен, мен? Фен какой? Дайсон, нихуя себе. Лимити... Ма, на. Покажи сюда, дочку дай. Следственный комитет. Закрывай их по 159. Я хочу с ними на пожизненном сидеть. Что делать? Это мошенничество, блядь. Слушай, мы поняли, что ты мусор. Ладно, девчонки, пойдемте, поможете там. Короче, надо ничего не делать. Короче, типа, еще так. Уверен, возьми, да, еще если ничего не надо. 4 куры гриль, 4 кроссовки, пошли еще. Там похуй не работает. С нас греф нормальный. Вот, вот. Дашка, ох, нихуя же ты. Это ты? Да. На зеленый. Азимут. Стюардесс. А, я на Азимуте гонял, знаешь, на 63-м. Хочешь покажу? В натуре ты стюардесса будешь? Бля, пиздец. Почему вот я столько летал и вот ни разу на тебя не попал? Это вот улететь. Это вот эта, которая Краснодар, Махачала, два человека. Так, ребят, без опозданий, побыстрее присаживаемся на места. А реально, Азимут же больше не работает. Мы его в аренду брали. Я вам, блядь, ебуду, мы Азимут. Че вы смеете? А вот рот ебал, мы Азимут брали в аренду. Час 10 тысяч, а? Нет, здесь. Не авиакомпания. Авиакомпания тоже возьмем похуй же. Возьмут хуйня авиакомпания. Не в обиду просто. Я не хуй. Подхуй сосед, конечно, работает, не в обиду. Нет, честно скажу, блядь, ну сервис ноль нахуй. Тогда, блядь, в бизнес зашли как ухуй. Самолетов ноль, там нет бизнеса. Там не летайте, Азиму там. Подожди, я тебе покажу, блядь. А это что за мой хуй был тогда? Что за мой хуй был? Ты кто по нации? Кабардинка, правда. Заругай! Заругай! Это по нации, ты правда? Армянка. Ты тоже? Подожди, да, подыграй, дай немного. Ты тоже русская? Я тоже. Не похож? Какая разница, кто-то. Сейчас за нацию будем базарить. Ты можешь... Рогураха, какая разница, будьте своими людьми. На, мужчинский пацан. Пойдемте посмотрите оценку детейлинга. Просто оцените от 0 до 9. С Турции, да, ты? Она с Грузии, брат. У тебя оба хорошие, молодец. На зеленый 700-й, да это? Че они как под 700-й? Не посмотри, аккуратный. Вот на вот эти аккуратные. Вместе с носками, подарок. Ты как фунт-то нацепила, Рами, молодец. Брюслеты, блядь. Подкрадули, а? Можешь ногти показать? Ах, блядь, а ты с ними нормально, комфортно жить? Все смотри, животные. Да, вы какие нефоры. Да они понимают все, что шутят, вас люди прикалываются. Да люди прикалываются, брат, все бывает. Он шутит, да на него посмотри. Что нахуй? Я самый адекватный. Ма!
Жажда вкуса, ходите ночью. Мягкий бобр, ты сам охуительный там. Мы там уже 5 мехов, да? Ма. Я там, в смысле, на дежурку выхожу ночью работать. Чё, я вы работаете? На, содержишь меня до конца жизни, да? Делаешь. Сколько зарплаты там была с стюардессой? Она уволилась из-за зарплаты, что ты занимала. Не устроила ее, понял? 30! Я за 30 даже со стула не встану, блядь. Какой нахуй 30 ты весь день летала? Слушай, а стюардессам этот паспорт хуярит эту хуйню печатать? Всем? А куда ты летала? И ты по межгороду была или в страны тоже? Ну да, межгород. Сочи, Москва, там вот эта вся суета. В стране самой, из-за границы. А в заграницу куда летала? В Грузии была? Нет, не успела. Открыли, я убежала. А багаж проверяют, спрашивают? Ваш багаж проверяют? Да. Бля, через себя хотел отправить, знаешь, пацанам. Греф, ра, хотел отправить в Грузию. Не вариант, да? Но сейчас... Подожди, сейчас в Грузии не азимут, Red Wings работает. Red Wings. Спорим? Что Red Wings работает? Спорим. На что? Неважно. Похуй, это просто на интерес. Давай, заходи в Red Wings и в азимут. Прямых рейсов нету в Грузию. А у Red Wings есть, заходи. Откуда? Заходи. Из Москвы есть. Из Москвы и из Сочи есть только в Грузии прямые рейсы. По понедельникам и пятницам. На, проверяй. Ренатка опытный, пиздец, знаешь, я лягушка-путешественница. Я просто так лечу в Грузию постричься. На покраску ворот спорим. Нет. 1-0. Авиакомпания Азимут начинает полеты. Нихуя, они не работают. Смотри, они через пересадки летают. Да когда? Какая новость? Какого года? Что он делает? Чачи? Что? Себя снимать заебал. Это рабочая группа Азимута. Вот. СПБ Азимут. Задержка вылета 30 минут, долгая погрузка багажа, аэропорт Тбилиси. Все правильно. Они вылетают, прямых рейсов нету. Есть, до Москвы. Ах, их латвист, ханал, сука. А ну, поспорь с ним. Мы уже поспорили. Зайди в авиасейлс. Походка, стойка, рессоры бей. Брат, надо размывлять контент. Раз сейчас, блядь, я понимаю, мойка там, хозяин, то есть, нам все же надо женского быть пола не хватает, скажи. Женского пола? Не, мы сейчас поставили этот новый кафель. А, да, надо, чтобы... Сейчас было. Женский пол на полу не попадает. Да. Боком дай, бернаут, давай. Ладно, еще раз не беру. Тбилиси, Москва, Азимут Airlines, 6 октября, 23 октября. Видишь, это не прямой рейс. Посмотри. Какой прямой? Посмотри, он пересадкой. Ау, ты смотри, что споришь с ним? Пересадку смотри. Мощь. А ну нахуй. Ты что, вообще пропустим? Прикинь, ты должен, Азимут блядь. Открылся. Ты должен, это с Москвы? Краску ворот. Да пойдем покрашу, похуй. Нет, это Тбилиси, Москва. Что-то Руставели. А, он долго летит, да, я на таком не летал. Автозапуск, я Red Wings за 2.40 долетает. Зимой заводишь, аккумулятор греется, пока ты запускаешь. Потом прикинь, возъедешь. А зимой за 2.40 долетает, спорим? На пайпах. Он вылетает 22.35, прилетает в час. Вот, час. Видишь, 3 часа вылетаем, летит. Нахуй надо мне 3 часа лететь? Я говорю, вылетаем сейчас? Куда? Грузия. Так это в Москву тогда надо ехать. Да похуй, выезжаем. Ладно, можешь вот посмотреть вот инсту мою и вот в реальной жизни искать, типа вот, кто из них лучше? Честно, ты в жизни получше выглядишь, чем в Инстаграме. Заругай. Блядь, ты там выебаешься, что у тебя денег дохуя целое. Охуеть. Хоть один сториз, посмотри, где уехал. А в жизни, блядь, ты что, простой пацан, Вадь? Че, вы будете ворота красить, помогать или нет? Спокойно. Ладно, я покрашу. Никакого ворота красить, она себя не понимает, что за ситуация происходит. Делаешь. На телефон что за фотку у тебя? Можно посмотреть просто, ребят, интересно? Бабки, это главное в жизни, Вань. У меня доллар есть, конечно, есть. Ладно, я ушел, очень рад был познакомиться, клянусь. Благополучных дней вам и родов тоже на будущее. Просто так сказал. Родов. Они в охуе. Какую я хуйню связал, брат? Благополучных вам родов на будущее. Да, Вась, как будто их уже ебать. Блять, я никак заебал по правилам, блядь. По правилам? А, ты зарядился? А? Зарядился? Пиздец, сейчас буду ворота красить. Я по этой хуйне сюда в Саратове ходил. А? Мы с тобой на нормальных тягах. Да, нам похуй. Чтобы ты их натянул, чтобы они ворота покрасили. Почему ты так не сделал? Да мы же люди, блядь. Блядь, и тоже, ну, брат, не получается, а. Блядь, на 700 человек поднялся, а бабля там, блядь, суету поднял, приятно. Я с девчонками хотел попрощаться, говорю, приятных родов вам на будущее. Ай, блядь, вот это надо все заклеить, давай заклеим. Краска пойдет, блядь, если все испачкается? Нет, вы шпали как раз. Не пойдет краска? Смертью храбрых в бою, адреналин за свободу и независимость. Да, бля, вы... Кто? Никто не наступил? Да никто не наступил. Оба наступили. Вот на ванныре мили твое. Нихуя себе у тебя барбузин. А, я свою обувь не одел, кстати. Хули нет. Или что, блядь? Вы этих пацанов знали, которые привезли энергетики? Не, подписчики. Да красавчик на самом деле был, охуительный жест.
ты чё, блядь, чё ты нахуй? Ты знаешь, вот весь эфир, вот все 5000 человек мечтают, чтобы тебе спыру кто-то, блядь, в лоб дал. Заругай. Хуй знает, я так думаю. Когда думаешь, что это? Тут только любят, блядь, Равшана и Сэма, и всё.